приветствую. До новых встреч. Кто такой вот этот Тайкан? Я нихуя не пойму, бля. Кто это такой? Ну, а если человек без КД и заходит сразу, блядь, и летит его принимать, нахуя вы это делаете? Кто-то говорил лететь в инст вообще или шо? Да, тебе в танки сразу. Короче, я зайду тогда Валера. Валера в хиле. Рома пускай этот в ДЦ. Слава тогда пускай спекается в холле Приста. Вот так. Вот так. Вот так. Так, 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 так. Вот так. Дожили, блядь, увидели Войда в Хепресте, блядь. А что делать? ДЦ, Холи Прист, Эрдру, Эршам и Холи Пал. Это мой первый хил, если что. Когда-то был. Может быть, может и вчетвером прохилят, блядь. Там если что-то будет не получаться из-за моды, надо делать и все. Это у всех, да? Руна такая большая показывает. А у нас какие боссы там остались? Собрание, Торим, Фрея? Собрание, Торим, Фрея, Йох и этот генерал. Пять боссов. Угу. Чтобы вы понимали, у меня сейчас руна почти на всю комнату. Блять, мне через полтора часа надо быть на работе. Что за хуйня? Какой пидорас там заминировал какой-то торговый центр? Ёб вашу мать, блять. Пиздец. Чтоб ты понимал, ебать, почти 2,5 гектара площадь, ебать, нахуй, торгового центра, он двухэтажный. Сейчас, что ли? Да вот, ебать, 15 минут назад. Да, раз, а? Слава, проведи рейд, пожалуйста, я уехал, блядь. Давай. Красавчик, Кирюх, давай, мы тебя ждем. Да, давайте. Как разминирую, я приеду, блядь. Давай. А чё траем-то? Чё делать? Мы его знаем. Слава, куда скажешь, туда пойдём, чё ты начал-то? Чё, ХМ ещё хотите сказать собрание? Все в изимодах поубиваем, да и всё, и разгоним рейд. Тут тем более половина вообще непонятные лица. Кто все эти люди? Никита. Чё Никита? Здравствуй. Привет. Мы с тобой знакомы? Были однажды. Знал я тебя пару раз. Как были ты после этого? Как ты после этого? Были однажды. А кто были? Я ж тебе говорю, знал я тебя пару раз. Как ты после этого? Спрашивал. Бля, Никит, ну так же как ты, нахуй, когда я тебя пару раз знал. Аналогичная ситуация, братан. Нет, просто по голосу очень знакомый. Все, все, прощай. Прощай, наш анальный секс был ошибкой. Фу, сука, блядь. Хуёвый ты, Никита, тип. Чё, аж вспомнился, вздрогнул. Ой, лахуй. Сейчас сверл на кого-то должен перекинуться, да? Через сколько, я не знаю. Так, у меня 8 боссов в КД, нахуй. Сами знаете, что делать потом. Я в ХМ ебан. Какие ХМы, ты посмотри на состав. У тебя, блядь, в пати пиздец просто. Ну, скорее всего, собрание давайте в изи моде, не будем напрягаться. Тут
Че толком, он 4К как давал, так и дает. Хули, а не в голове, это хуёво. Он играть не умеет, хантом его, блядь. Его надо загонять на манекен и обучать, потому что этот человек просто тупо не умеет играть хантом. Надо, блядь, какому-то профессионалу нахуй. Знакси. Вот этот воин, воин этот тоже слабый, тоже 3-4К у него ДПС. Вот спирит вагон тоже, блядь, кикай вообще его нахуй сразу. Лежит. А, что, у тебя кидать? Кто без понятия, на кого хочешь. У меня вазелин, короче, прописан в этом. Бофа. Блять, прикинь, на аренах их не могут, да, без собака, я хуею, блять. Чё, блядь, издеваетесь, нахуй? Нахуй вы в мелкого свечитесь? Большого, блядь, большого, большого. Давайте с большого. Перегрузка. Ебать, 20 сил нахуй. Идите там руны, я буду. Забираю среднего. Ну, мази. Вы прикалываетесь, что ли? Алло, ма... Маги пуржите со среднего, блин, на щит, когда он появляется. Каз, ну, не обижали, нахуй.
Перегрузка нахуй. Щит, спорожьте маги. Я вот прожмись расставил. Чтоб каждый маг сейчас спорожил щит, когда он только кастуется. Докастовался, сразу спорожили. Молнию не собью нахуй. Маги, готовьтесь, спорожили. Вы что, прикалываетесь? Ебать, один из локов можете косноязычие на мелкого закинуть? Пусть кастует дольше, я все косты смогу сбивать, нахуй. Ёбаная говна, Ушли. Не бегайте под ним, ну. Толпой не бегайте, под ним не бегайте, ну. Чем больше вас в куче, тем больше по вам дамага, нахуй, наносится. На пол дайте, на пол. Косты, сбивайте все, не втыкайте. Каст. Ебать нахуй. Сейчас я вас убью. Ушли все, ушли. На пол. На пол по столовке. Да похуй, забей. Каст, каст, бейте, каст. Не восприимчивость. Вазелин, лови. Каст.
каст. Сбили каст быстрее. Че долго сбиваете? Пришли, шли, ушли. Ушли. Ты за***л, летун ебать. Хэм хотели, ну нахуй. Да какой хэм тут и горят? Нет? Ебать, повезло нахуй. Этот кавс я сбил, следующий сбейте сразу. Это я сбил или ты сбил? Я сбил. А может я? Я хуею, блядь. Блядь, Фул Рейда нахуй лежит, говорит, изи, сука. Ай, блядь. Охуенно, блядь, охуенно пришли, нахуй. Ну, Лему. Я пидор. Ну, интересная информация. Не, она очень полезная. Что? Рома Замутин. Никто не помнит, почему Рома. Хэмли? Угу. Ебать, Кирюху прибавил, нахуй, звук, ебать, хорошо, нахуй, надо убавить в пизду, оба сейчас орал бы, нахуй. У нас, блядь, что тут нахуй? Сзади, Делден. Расставил, лови сзади. Сзади лови, быстрее. Какой идиот, сагрил. Вы что, не можете через телепорт прошнуться? Телепорт для слабаков, нахуй. Это писюн. Он не захотел телепортироваться и побежал так вокруг. А-а-а. А, мораль, сейчас будет кастовать хуйню, я грипну, нахуй, потом ты нет. Ну ладно, в пизду эту, нахуй. Ну, сейчас задрочим петуха. Что там, кто-нибудь может разбежаться? У вас готов? Второго, видите, второго. О, нихуя, бля. Да они лежат нахуй все уже. Ну, блядь. Конечно, блядь, это же нахуй сложно. То есть вы сейчас... Ебать, а вы где нахуй берете, ребят? Вот, пожалуйста, скажите нахуй. Я ебанусь, блядь. Не, я все понимаю нахуй, ну... Ну...
начала нахуй не ахти ульды, блядь. Мне уже не нравится, нахуй. Хардстайл, говорит, сойло может как-то, блядь, как-то нахуй. Я тоже пытался в соло как-то, блядь. Пока третий нахуй не подбежал. Ебать, ты меня спрашиваешь, какой порт, нахуй? Я этот инстант знать не знаю, нахуй. Ты меня за порт спрашиваешь. Понимаю, блядь. Я маунта-то нахуй найти не могу, блядь. А, не хуй. Да нахуй, он нужен мне. Чё я на нем делать буду? Чё обычно? Оранжерею жизни, ТП-шься там, пацаны. ТХДК будешь делать. Я ебал, я туда не пойду, нахуй, пусар в соло хуярит. Это, этих почти добили, агрите новых. А, блядь, этого перестаньте хуярить, у которого хп нету, ебашьте, у которого есть хп, пацаны, шо, нахуй, сейчас ёбните его и всё, блядь. Так, второй выращен. Так второй под бак, будет его добить. Да, блядь, кто там, 5 человек, вижу, его хуярят, 2 хан, 2 эти. Да я ебал ноги, нахуй. Ебать, короче, да... танканул, пацаны. Чекайте, нахуй. 30к, блядь, 7 и 8, нахуй. Не просил. Добивайте, похуй как, блядь. Страхи там, хуяхи, что-нибудь дайте. Баньте его, нахуй. Петом агрите, петом ханты. А я хуй знает, что они тут чудят, блядь. Получается, когда ТП-шись с галереи, в оранжереи, поэтому если чтобы ТП-шницы, они начинают бежать. По расстоянию маленькое, поэтому они сами теперь решают бежать дальше. А, пидорас, вот петом ГП давай нахуй. Пацанам не надо нахуй. А хуй знает, что меня уже, блядь, пугает, нахуй. Мне кажется, мы миника не убьем. Мы Мируна убили в прошлом когда. Не-не-не, вот этот вот, который перед фрейм, их же три, на. Говорит, один трай заебали, но... Нет, никаких ротмод, блин, изимод делаем и все. Да, братан, мы его закрывали хм, но... Не тот рейд. Блять, проблема в том, что на собрании пол рейда лежало, нахуй. Уже это, блять, ну, как-то не ахти. Ебать, Слава, нашел кнопку, где пристабав? Ебать, гнял. А вер, нет на кого менять. Тем более хилов с проблемой, видишь? Я сам хочу. Все хардмоды делают. Цветок забанили, отведи мелких дальше, дальше отводи. Я хуй знает, у меня тут цифры перед еблом летят. Сука. Почему я ману не вижу нахуй в рейдфреймах, блядь? Ну что ДК? Да мне надо, чтобы я ману у людей видел. Мана в процентах. Ну нахуй нужен, хуйня какая-то.
Ты меня разводишь, непонятно что. О, блядь, вот теперь вижу ману, нахуй. Мана в процентах. Боже. Можно, разрешаете? Нужно. Кого бить знаете, нахуй? Похуй, играем, значит, нахуй. Спокойствие, нахуй сбивать, да, блядь? Ни разу в РЛК не были. Понимаю. Этот, блядь, вот этот вот мангровый энт ебаный, который хилит, нахуй. Ладно. Так, энт охуярим. Видим? Давай. Пацаны, первый раз на собрание пошли, по первый раз собрание хрема. Ой, обычку же мы делали, блядь, обычку, но. Нет, на храм только что сделали. Ага, блядь. Ты не заметил. Пол рейда, нахуй, лежит хэм, блядь. Там бы, нахуй, на последней фазе, когда... Да, ну, да. Там потеряли, ты чё? Ебать, а нихуя? У вас... Нету, нахуй. У нас ХПСа тут нету. Те, кто меньше 6к, там уже вагоны по урону. Ну, у вас нормально ебашит, смотри, нахуй. Баньте эту хуйню. Баньте, блядь. Сука, баньте, нахуй, большое, сука, дерево, баньте, блядь, вы чё, Локи, забыли, где кнопка бан? Один кто-нибудь, блядь, баньте. И уведите, нахуй, эти цветки оттуда, вот сюда, вот где я стою, вот я. Да они, наверное, один лог банил, другой раз банил. Да, вообще-то и вы могли как бы тоже проводить несколько. Ты мог бы нагрипнуть большого и увезти его, а Ростоп забрал бы весь трэш. Мог бы. Что? И Долоран, нахуй. Я грипал, просто кто-то ему всякие замедления кинул, и он на меня грипнулся. Ну, ебашим, блядь. Гуислер, ДД, блин, он вас гроза бьет, алло. Им похуй, они чилят, могу. Хэм, говорит, мод будем делать, я ебал. А хэм уже начался, да? Да, уже нахуй. Мы его уже закрыли. Что ты не пуляете, пусть людей резнут. Ну, блядь. Батарейку, блядь, положили, не стыдно. Ну. Ух уж эти паладины, нахуй. Божественная буря, нахуй. Все, дух. Бафнитесь, погнали. Фишки сейчас заряжу там, блядь, чтоб он разъебал этого моба, нахуй, в мясо.
Ух ты, нихуя. А, на мне дебаф хули. Батя, я сегодня магом нахуй это. Результат повысил, блядь, на 1 КД по Саяш охуел, блядь. Я нахуй хуярил, короче, в манекен 4К. А на ходили 5. А сейчас в манекен пятак выдаю, короче. Ну. А ты сколько в манекен выдаешь? Пошли на цветы сразу. Ну и все, пизда тебе нахуй. Ну, гриб мне сейчас больше пошел цветка. Я нахуй, хули они там его уже забанят. Они чилят. Какая чума? Энто, там не забудьте скинуть эту херню. Он хилится, да? Эд, шея упала. О-о-о. Кастером, с духом. Давайте, парни, это самое... Прельду это мутить и все, погнали нахуй. Хранитель жизни же он грозы призывает, нет? Не? А, ему отвернуть просто надо. О, бля. Батя, надо даже показывать, кто что применяет теперь. Ага. Ну, типа, блядь, эксперл нахуй удалил, заново поставил. Все модификации. Давай это самое, блядь. Поставил. Куда нахуй? Сюда иди. Ага! Я далеко упрыгал. У меня гриб, короче. Баня моется. Все, пацаны, чекайте. Следующая КД в четверг, 25-ки, падает мне тринка на танк. Ага. Пояс, пояс кожаный в трэше. Пояс кожаный? Да, с духом. Где маленькие цветки? Иди туда. Ебать, там Марс разъебывает, блядь. Пошел. Какое же... А он не скидывается. Вот где я, да. Ну да. Пас. Пухают люди. Под лучами только не стойте, но я Вася. Все под лучами не стойте, все абсолютно. И хилы, РДД, милики все. Луч ушли, вроде в виде босса, босса в виде. Вижу, ты что ты орешь-то, я вижу что-то. Баные деревья, нахуй, мешаются, блядь. Ёба она врат. Я
камеру отдалить. Равдаларан, пацаны, уведу, найдете его там, в Клоаке, ну, в воде. Под решетками. Меня ведь кричат через интернет, ну, войду. Твой интернет, Вася, Суфа кричат. Чё, думаешь переиграть? На ХМ? Амон Рога без кулака. Нужно защитить оранжерею. Да не бейте вы босса, алло, вы что делаете? Какого босса бьете? Да, еще говорят, я нахуй кас. Давай от дух воды нахуй кас собью сейчас. Сбил. Или кто сбил? Ну я вроде сбил. Дерево. Там где-то это дерево растет справа. С какого права? С чьего права? Да, если не кастуйте вы на Фрею. Ну, пацаны, ДПС от цари, нормально так. Ну, а то, что вы с утринки проки теряете. Нет, пацанам похуй. 23 человека, нахуй, нацелены, 23 человека, нахуй, лупят. 23 человека ХП отнять не могут у Фрей. Топово, нахуй. Дерево растет где-то, нахуй, справа, давайте. Мне сказали на центре, нахуй, стоят. Босса ведь тоже подгребли где-то, чувак. Да хрена. Дебафом вынеси, алло. Дух солнца, ребят, на погребу. Не понял. Дерево. Прям рядом с боссом, пацаны. О, вот это, да, наша. Да. Топот. Я тут еще прожался на всякий случай. Не, ну пацаны агрессивные, пацаны могли бы и ХМ попробовать, кстати. Дерево, вот дерево. Дерево. Дима, заберешь у меня потом его на лас-фазе, ну? Везакса надо в любом случае ХМ делать. Хотим, не хотим. Там бис на тебя перчатки падают. Дерево, ребятки.
Ой, они махом свичнулись, блядь. Не, ну тут реально хэм возможен был. Да они просто разнесли. Егор, ой, Дима. Просто после собрания маленько подохерели и решили не делать его. Дерево. Так, я у воды, если в чё, собью каст. Не, грозовому. Сбил. Плёточник там побольше. Вот, дух, надо чё сливать, быстрее до остальных сливать. Быстрее. Быстро, 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 быстро. Ребятки, сейчас отхэпается. Оно вам надо? Там это, РДДшники, вы в следующий раз старайтесь тупо АУЕ лупить. Дерево. Дерево, оно. Большое. А, тянется оно, я пытался. Я думал, ДК всемогущий. Блять, что-то обидно было так-то. О, Эн. Да я могу локом пойти без проходки. Блять, ну он обоссанный, в фамильках 3500 выдает. Ну и проходки нет. Не, я потом. Все, босс, видите, дерево. Дерево боссом рядом, ребят, прям фартануло. Че, босса все бьем? Давай, забирай. Там. Это у меня там. Дом потеет. Лови, блин. Антишечка. Блять, нахуя у него хп летят, ребят. Блять, я не знаю, сколько у нас паладинов. Раз, два, три. Я даже не знаю. Перебежали. Перебежали на другой берег. Дерево слили, РДД, дерево. Дерево. Дерево, да. Давайте, ну чё оно полное у вас? Она сейчас отхилит. Перебежали. Его. Перебежали. Перебежали. А я дурак, смотри. Ну, ты понятно. А мне похер. Ух. Видали, как ДК летают, когда их пинают, ну? Ноги выпали. Мне не надо, ну. Если только надо... Блять, я бы ноги забрал, но, типа, блять, смысл. Ну, заберу я. Ну, тут даже не в том дело просто. Ну, вообще в том, да. Тут у тебя, конечно, привор больше. Короче, я не буду апгрейдить в баню на. А что, кстати, боешка была. Какой рога выиграл? Ты что, мораль штанов, что ли? Ну, у меня 19-е, надо менять. Бать, ты еще. Че, тебе 19-е не канает? А? Тебе 19-е не канает? Не канает. Ладно, ты там еще не забудь поменять, что мне за 8 боссов надо начислить. Но. ЕП. 8 боссов, я принимал КД 8 боссов. Не знаю, 2 точно у тебя есть на счету. Чё? Если, ну, я не знаю, я буду чилить. Да. Вообще.
трэш спулили. Ну, а может вот это? Кнопки тыкать пытаемся. Вроде получается. Фу, хп, бейте. Там сфера, блин, сука, апает их. Бать, Кирюхе работа, я вообще в ахуе. Интересная, пиздец. Не, ну там и так, походу, это. Давай, ты берешь этого, я магического. Я понял, выжил нам такой вызов. Там обычно было этот коктейль Молотова закидали. Двери. Ну, понял, подвал. Ну, у меня такое было, типа. Выехал на вызов, типа. А там, типа, вход в подвал и, типа, внутренняя часть двери, типа, и там коктейлем и молотом. Типа, если открываешь дверь, она там падает, типа, взрывается. И тоже в Харькове было. Какие-то люди вообще нахуй вот этой хуйней заниматься, я не понимаю. Скучно. Нормальные пацаны сидят в World of Warcraft рубятся. Я думал, сейчас наш World of Tanks. Да? Я уже думал, сейчас скажешь World of Tanks. Да. Люди с устойчивой психикой. Нихуя не понимаю, что происходит. И, блядь, что-то агро нахуй летает по всем, по кому можно. Доверься, отпускай его нахуй. Чё ты...